А, письмо. И у них тут... Блядь. Папа, в доме кто-то есть. Чё? Вот. Как тебя жизнь помотала, брат? Так, а куда теперь? Куда теперь надо определиться? Поедем в лагерь, наверное, да? В принципе, и так. Покатались, поисследовали, как мы это любим. Посмотрели. Телепортироваться мы пока туда не можем. Только так. Своим ходом. О. О-о-о, кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там такой? Там медведь, да? Медведь, да? А медведь? Я, кстати, у меня должен быть с ним реванш. Понимаешь, о чем я говорю? Мы как-то дрались с медведем, и бой был сложный. Но это было с Хейзи. Только он, походу, убежал. Он, походу, смотался, да? Да, вот. Да, вот он, вот он, вот он, красавчик. А, это медвежонок! Это медвежонок какой-то. Медвежонок! Ну, какой-то маленький, мне кажется. Или хотя нет, большой, но... Медведь. Ну, это, наверное, что-то среднее, но мне не кажется, что это медведь. Easy girl, easy girl, да, easy girl. Easy girl. Easy girl. Easy boy, easy boy, easy girl. Ну-ка, какое-то... Ну, хорошее, но нет. Типа, нет. Это не превосходное, так что я не беру. А черные медведи водятся преимущественно на дебре хребта Ранюк. Больше длинной долины, меньше, чем... они меньше, чем гризли. А, ну теперь понятно. Основной пищей этим всем животным служит лосось, мед, фрукты, небольшие млекопитающие падали. Охота на такого крупного зверя лучше подойти винтовка с длинным оптическим прицелом. Как тяжело, можно использоваться, например, да, да, все хорошо, да. Понял. Да я думаю, что он такой маленький какой-то это. Хорошая шкура, это хорошо. Но у меня превосходная на спине валяется, мне надо с ней что-то сделать. Муж, в лагере она нужна. Если она в лагере не нужна, я дам ее мяснику, охотнику, там, кому-нибудь еще. Да, и поезд такой. Поезд! Нет, мы не камикады, что так делать. Мы не будем так делать. Мы поедем так, как надо. А, где я уже? Я вот тут. Ну, тут. Родос. Родос. К югу от Родоса еще там что-то хижина, но... В принципе, это недалеко. Родос к югу от Родоса, это... Это... Ну, это надо куда-то сюда, наверное. Давай прокатимся, ладно, я прокачусь. Изи, герл, да, изи. Ой, я крокодила пнул. Боже. Как-то я его задел прям вот копытом. Ты кто? Ты кто? Кто-то там это такое-то. А, это крокодил, крокожуй. Мой ты крокодил, крокожуй. Крокодилы, крокожу, и болото опасное говно. Ну, когда мы на лошади, нам на все насрать. Слышишь, слышишь? А вот, вот это мне нравится. О, нет, мне это не нравится, потому что я просрал стрелу. Я просрал стрелу, хотел убить пеликана, или кто это там был? Но, да, надо было действовать незаметно. Увы. Увы. Тут, ну, две стрелы еще есть. Оставлю их на всякий случай. Можешь пригодаться. Так, это что-то за домишко? Что за домишко? Это, может, мой домишко? А, нет, это Родос. Это сам Родос.
Я родость тут, это... Ну, опасно ходить, да? Я тоже, а тут нахулиганил немножечко. Я уже везде, наверное, похулиганил, где это можно было похулиганить. Почти везде уже. И вот смотрю, какой-то вот дымище, он, видишь, какой-то прям сильный дым. Прям сильный, может быть. Это и есть тут дом? Так, вот тут церковь. Тут, вот тут может домик, в принципе, если это юг. Где-то то направление, оно так и есть. Костры тут на самом деле... Это достаточно интересная фича. Они сообщают тебе всегда, что там, чувак, есть что-то интересное. Они тебя направляют. Это очень круто. Типа, ну костры, дым, дым в небе, ну и все. Типа, какая разница. Но нет. Блять, где? Я потерял его. Там, по-моему, был скунс. Был скунс и нет скунс. Сука. А, вот он. А это кто? Нет, это не скунс. Вот это уже не скунс, это... Американский андатр. Опять андатр, что ли? Опять андатр. А этому нужна, по-моему, белка. А, Биллу нужна белка, значит. Шкура андатр, да? Жилистое мясо. Этому, что ему надо? А, кролик ему вообще нужен, боже. Ну, может, по дороге найду. Типа. Не обещаю, конечно, но, может быть. Кролика он просил там для супа ему. Так, это что? Это же опять тот лагерь, который я был, да? Или это не то? Нет, это не то. Это уже другое. Человек, кто такой? Говорить? Привет. Эй, проваливай. Просто уходи. Сука. Может, у него было что-то интересное? Может быть, а может и нет. Но почему-то у него тут горел костер. И нехилый костер. Бурбон. Это что такое? Это не деньги у тебя? Не, это у него фишки. Он любил поиграть, был таким картежником, но... Что-то меня это в голову стукнуло, я решил его убить. Вот и все. Корзина. Что в корзине? Что в корзине? Показывай. Показывай, показывай, показывай. Не томи. Приманка, ну... Сельдерей, ну... Не то. И вот опять церковь. Опять церковь. Но мне нужен дом. Мне нужен дом. Домов здесь поблизости вообще нет. Вообще просто нету. Вот если только вот этот. Вот этот дом может быть. Это может быть дом. Мне нужен кролик, сука. Кролика дайте мне. Кролика. Кролика. О, кабан, кабан. Кабан. Вау, подбили кабана. А вот это что за домик? Может, вот это мой домик? Скажите, пожалуйста, что это мой домик. А, слышь? А смотреть? Чё смотреть? Чё там смотреть? А тут какие-то кандалы. А, письмо. Окей. Вот так, семейная фотография. А чё за документ? Чё за семейная фотография-то? А, какие-то черные братья. Ничего. Просто семья, окей. А причем рофл там? В чем рофл? Я не понимаю немножко. Открытый рум. Отпусти! Думала сбежать, да. Обрывок газеты. Сейчас прочитаем обрывок газеты. Подожди ты. Читать.
Награда в 200 долларов. Чернокожий мужчина, называющий себя Картисом Раном, сбежал от автора всего заявления в ночь 17 августа. Он крепкого сложения, примером 27 лет роду, а рост у него 5 футов 9 дюймов. Он расчесывает волосы, а на теле есть старые следы от кнута. У него грюмое выражение лица и быстрая речь. Награду 200 долларов получит тот, кто поймает и доставит вышеозначенного раба в тюрьму Роудса. Или в мой дом Шэди Белль, что Скарлетт Мэддус, штат Лемон. Джозеф Чарсоут. Ага, ну а где я его, блядь, найду? Где я его найду? Вот такие тоже интересные. Консервированный лосось. Как я его найду? Где я его найду, самое интересное? Никаких улик, ничего. Просто найди, и все. Ну, там кто-то на лошади ехал, может, это и он был. Ну, блин, это было бы слишком тупо давать мне его на подносике, когда я только что обнаружил это задание. Это кто такой? Это кто такой? Кого-то убил, даже двоих убил. Птица. Мне нужна птица. Можно птицу. Хорошо. Так. Значит, мясо утиной. Да. Домов я здесь не вижу. На удивление, хотя они должны быть, если это юг. По крайней мере, я надеюсь, что это юг. Я не знаю, где здесь просто как компас. А, может, компас нужен? Подожди, что это я туплю? У Артура, по-моему, был компас. Фотоаппарат. Лагерь, инструмент для ремесел. Перчатка стрелка, бандана. Джин, открытый ром. Обычный метательный динамит, томагавк, лассо, фонарь, нож, все. Не знаю. Был бы компас, я бы мог бы, наверное, сориентироваться. А так, блядь, я не понимаю, где у них тут юг. И у них тут... Блядь. Ах ты ж сука, укусила змея. Женьшень нужен, да? Все-таки меня укусила, блин, женьшень. Давай вот так вот. Ну, что-то выпил, не знаю. Зайдет за место женьшеня. То ли же лекарство. Только это. Отдай мне свою шкуру. Освежевать. Южная медна. Головая змея. Хорошо. Понял, принял, потом прочитаю. Все, отлично. Шкура. Змеиная шкура по хамству. Еще бы она была бы в хорошем, как всегда, собственно. И что-то погодка тут испортилась. Это не очень. Ни о чемская стала погодка здесь. И ни одного домика. Просто ни одного. Хотя вон там что-то есть. Что-то виднеется. Вот. Да, правильно еду. Вот здесь мы были. Он Хенрифен, там ничего. Лишь записка с этим негром. А тут. Вот тут может что-нибудь и есть. Хотя фотография. Как выглядит фотография, опять же. Фотография. Одна из таких вот роз живет один мужчина. Хочешь слушать, у меня куча денег. Дом Джексона. Одноэтажный дом. Широкий. Явно ничего здесь под описание пока не подходит. Что-то тут как-то... Как-то все в краевине, прибрано. Обыскать ящик. Жевательно. Во! A simple life, a beautiful date. Типа... Простая жизнь, прекрасная смерть. Чё? Это типа наводка к тому... Чуваку. Значит, я избавился пока от первого маньяка, тут появился какой-то новый маньяк. Охуенно. Это просто охуенно. Да, и погодка какая-то тут тоже. Да... Не очень. Очень не очень. Эй, ты что себе позволяешь? Да иди ты в жопу.
Вообще отстаньте от меня тут. Да, иди не оглядывайся. Да. Мне тут это... Мне тут по делу пришел, значит, а тут... Иди не оглядывайся. Да, так, смотрим, что у нас тут за поселение. Под описанием мне нужен одноэтажный дом. Хочу напомнить, он должен... Подожди, он... Одноэтажный? С двумя окнами, но... Типа, я пока по картинке ни один из этих домов я не вижу. Может, что-нибудь здесь какая-то наводка есть. Хрен знает. Что-то пока ничего вообще нету. Вообще, голяк. Метательный нож. О, подобрал. Походу, да. Это круто. А тут... Да, ни в один домишко нельзя зайти. Печально. Очень печально. Тут вообще закрыто. Как и у остальных, в принципе. Но тут он не стал его это толкать, он просто такой. Ручка не работает, все. Вот и все. Это вот можно сюда? Нет. Сюда нельзя, сюда тоже. Да никуда нельзя, короче. Меня обломали. Просто обломали. Курицы, кабаны домашние. Красота. Ну ладно, не будем. Окей. Поехали. Окей. Поехали. Просто поехали. Дальше посмотрим, что есть. Так, ну вот тут неплохой видок. Прям такая этот, видок неплохой, особенно сидишь, когда на стуле такой от первого лица, значит, вот так вот смотришь, ну, чуть-чуть повыше, потому что я на картах сел, очень красиво, очень-очень-очень красиво, так, давай это, стой, вот так вот, что тут есть, а тут морской Блять, морской компас, блядь, как неожиданно. Как неожиданно. Морской, а почему морской? Дорогие секрет. Юку. Сейчас я узнаю, где юг как раз. Бля, сейф ограбить. Нифига сейф. Оружейное масло. И все, типа. Ну-ка, уход. Давай почистим. Сейчас, все нормально. Давай чистим. А, окей. То есть я бы мог бы урон еще больше этот, если бы усиленнее нажимал бы этот кнопочку. Ага. А это? Револьвер флага тоже один надо чистить? Ну-ка. Или он на все револьверы распространяется? Давай. Все. И этот револьвер почистили. Шикарно. И что, теперь взять оружейное масло могу. О. Вот так и надо. Так, только. Это сигаретная карточка. Да. Там, мать его. Перевернуть. Читать. Пакин бомб флауна, караван, пампинки на поиске слоне, фрегат США. Просто перечисление. Вот это не особо полезно. И все. Чудесные карточки. Одна из 12. Бля, для лодок что ли 12 штук. Боже, это много сильно. Чем так много? Прям чересчур. Это какой-то богатенький домик, на котором я сейчас сохранюсь. Можно куда-нибудь на пустую, чё бы и нет. Да, вот так вот. Хорошо. Зайдем. Значит, что-то сюжетное тут будет. Меня не хотят пускать.
Да, блядь, ты успокойся. Да какой свидетель? Ну какой свидетель? Ну какой? Ну вы совсем что ли, а? Бля. Ой, если вот сейчас вот на краю карты не будет, шкуру уронил. Взять. Да. Погрузить. Если на краю карты даже не будет вот то, что мне надо, тогда это пиздец. Тогда это действительно не юг, а возможно север там, либо еще что-нибудь другое. Но у меня есть компас. Мне сейчас же появился компас. Сейчас только найти бы его. Он должен быть у меня. Нож, фонарь, нож, фонарь. Нож, фонарь, нож, фонарь. Странно, почему я не могу им воспользоваться? Может, мне нельзя воспользоваться? Предметы. Примак для травоядных нету. Ой, не знаю, не знаю, не знаю, почему. Ну, что-то я даже компасом не могу воспользоваться. А, да, и походу, вот он. Походу, да. Возможно. Ну. Да, это он. Блять. Чуть-чуть не доехал. Вот чуть-чуть не доехал. Вот совсем чуть-чуть. О-о-о, ну ладно. Но зато это то, что мне надо. Что у вас тут есть такое? Это тут каточка, наверное, должна быть, да? Ну-ка. Дорогие, дорогие, дорогие. Кстати, ну давай, раз уж такое мероприятие, мы должны это дело отпраздновать. У нас тут есть дорогая сигара. Вот так вот, да. Сейчас у нас будет куш. Куш будет у нас. Вот это дорогие взять с собой. Ха. Как я схитрил-то, а? Посмотреть карточку. А, я все-таки взял карточку, да? Все-таки я взял. Окей. Так, а я просто не заметил. Так, перевернуть, читать. Паланкин для поиски на слоне, воздушный шар, фрегация шап, лаучий театр, китобойное судно, дилижанс. Ага, дилижанс. Окей. Блин, халявная карточка, можно сказать. Попал туда, куда мне надо, еще и карточку получил. Дорогая сигара, не хватит дорогих сигар. Короче, мы так здесь опять я сохранюсь, потому что вдруг мало ли чё не того. 38,2%, нифига, нифига я вот это исследую, исследую, сколько всего уже. Так, и тогда мы чё, залетаем? Блять, ты чё запутался? Сюда, да? Ну, что-то, да. По-моему, тебе уже хватит, па. Хватит? От этого трепа мне хватит. Так, что это? Там семейные разборки, да? У нас в доме уже давно ни крошки нет. Ну ты уже не младенчик, ты уже взрослый парень. Вот и начинает кормить семью. А, это нигеры? А ты проиграешь или промотаешь все, что я принесу? Чёрт, щенок, ты с кем-то разговариваешь, тебе следует научить уважать старших. Вот поэтому ма и ушла. Только взгляни на себя. Папа, в доме кто-то есть. Эй, найди свою комнату. Хорошо, па. Убирайся, убирайся, слышишь? Разойдите. Тихо, 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 прятись. Спокойнее. Выметай с моего дома сейчас же. Эй, чё? А если сына в заложники возьму? А? Я сказал, убираться к дьяволу, дважды повторять не буду. А, где твой сын, я не понял. А, вот он здесь, да? И? Да какого дьявола? Блять, не боится же, сука. Там. Ну, нет, пожалуйста, не убивайте меня. Забирайте все, что угодно, и уходите.
Говори мне, где прячутся деньги, я убью тебя на месте. В дымоходе, они в дымоходе, только, пожалуйста, не троньте меня. Ага. А, нет. Ага. Ага. А сундук? Ну-ка. А тут у него что есть? Сигареты? Зачем ты это сделал? Я не знаю, зачем это сделал, но... Бля, я вот сильно... Я вот что-то слишком я его это... Я могу тебя пожалеть, пацан, и попробовать просто не делать этого. То, блядь, ну, некрасиво получилось, но... Тихо. Да понял, я понял, уйду. Я не хочу тебя убивать, тут мне твоего сына просто жалко было. Я уйду, но я вернусь. Я уйду. Все, я типа ушел, ушел. Сейчас я вернусь. Сейчас я вернулся, да? Кого взять? Джин. Так, печенье. Ну чё, а чё он делает? А, он просто сидит. Он меня не видит. Бля, ну как сделать так, чтобы его не убивать? Я не хочу честь понижать. Это сложно. Ну, пиздец. А, вот так вот, точно. Тихо ты! Вот. Вот и все, просто связать. Что-то я тупанул в первый раз. Пап, ты там? Да, твой отец там, все нормально, я вот раз его не убил. Все. Нет, пожалуйста, не убивайте меня, забирай все, что угодно, уходите. Говорю, где прячешь деньги, или убью тебя на месте. Да, давай. Говори, блядь. Да. Все, я понял, все. Все, выходи. Выходи, все. Все нормально с твоим отцом, не буду его убивать. Все. А, связано. Суну, я твой убежал, правда, но ничего страшного. Дымоход, смотрите. Да почему опять понижена? Послужи меня, ублюдок. Ой, 50 баксов, ну... Блять. Ну, я хотя бы тебя не убью, окей. Сука, хотя бы... Сука, ты... Тварь. Ограбить. Сейчас ограблю еще тебя. Я тебя освобожу, не волнуйся. Правда, честь понижена, но... Ну, что поделаешь, мне бабки нужны. Кто ты такой, чтобы вломаться в мой дом? Запомни мое имя. Я Артур Морган, который убил тебя одиножды, но пощадил тебя во второй раз, так что... Я должен быть счастлив, что я тебя... Не захотел убивать в итоге. Оставил живых. Не выпендривайся или же молча, я тебя потом освобожу. Да, все нормально. Все нормально. Твой отец жив. Я пришел просто за бабками. А вы работаете, конфеты забрать. Количество данных предметов, конфеты. Ну все, конфеты, нет конфет. Че еще, гардероб. Тоник. Тоник. Так, тоник, это хорошо. Че еще? Шкаф. Все, нету тут ничего больше. Ну, в принципе... Ой, сигаретная карточка. Даже две сигаретные карточки. No, надо эту карточку, мне подарила мама. Не трогайте. На жалость ставит меня, на жалость. Тут виды лошадей, но... Чувак, мне она нужнее. Вы оставьте мне хоть одну. Не, чувак. Да эта честь не понижает, поэтому иди нахер. Лошадь, карточка. Ну, мустанка, халатинская, орденская, накота. Тоже забрать. Две карточки за раз. Это вообще мазя. Понимаешь? Где я такое еще найду? Плитка шоколада. Главное, что честь не понизили. Оставьте мне на спокое, прошу. Да, все будет нормально. Ух, твой отец, правда, это там барахтается. Сейчас я освобожу. Главное, чтобы он на меня не кинулся.
У нас вроде тут больше ничего нет такого. Хотя я мог бы ночью прийти. Ночью их просто обокрасть, но... Так было бы неинтересно, я уж так делал. А чтобы вламываться, связывать, сначала убить, а потом связать, такого у меня еще не было. Так что вот. И там какое-то письмо, по-моему. Может, прочитаем? Да? Прочитаем по-любому? По-любому. По-любому, по-любому, что читаем? Читать? Блядь, письмо от мамы. Письмо от мамы. Ладно, мама, блядь, не прочитал письмо от мамы. Что мне теперь делать? Письмо от мамы, стой. Вот, письмо Нейтану от мамы. Читать. Дорогой Нейт, я не знаю, сколько писем я уже тебе написал, но я буду пытаться писать и дальше. Каждый раз, когда я пишу, то чувствую некую связь с тобой. Это, безусловно, лучше, чем ничего. Я понимаю, тебе больно, ты злишься на меня за то, что я тебя бросил, но клянусь тебя, я люблю тебя всем сердцем. Я просто не смогла ждать ни дня. Ты же знаешь, какой характер у твоего отца, особенно когда он выпьет. А ближе к концу я происходил постоянно. Я нашла работу и сняла небольшой дом. Просто дай мне знать, и я пришлю за... Я пришлю за тобой, мы оба сможем начать сначала вечно любящая мама. Да... Такое себе. Чудо-зелье? Сильно чудо-зелье, бля. Окей. Ну все. По-моему, я почти все обыскал уже. Все, что можно было. Хотя, что-то... А, вот с этой стороны еще. Стол для закуски. Закуски открыто. Открыто что-то там. Да. Что-то все. Все, по-моему, весь дом обчистил. Прямо от души обчистил. Вот только вот это осталось, наверное. Консервные овощи. Еще что-то. У меня этой еды и так много, но хрен с ней, еще возьму. Так, крекеры, молотый кофе. Так, и все. Бля, он еще барахтается, сука. Ты еще барахтаешься там, успокойся уже. Сейчас я тебя освобожу. Не мешайся. Забаговался, ладно, окей, уйди, блядь. Сейчас освобожу, не ной. Освободить, блядь. Сейчас все будет. Нет, это обыскать нельзя. Ну все. А нет, не все. Печенье ассорти. Ты че, печенье ассорти забыл, что ли? Артур, ты че? Не пугай так, шкаф. Еще. И ничего. Тупо ничего. Ну ладно. Освобождаю. Ты живой? Он живой, да. Освободить. Я думал, я его убил уже просто. Освободить. Сука. Не пугай так. Я уже думал, я зря старался тебя не убивать. Все. С миром, брат. Прощай, брат. Все. Все нормально. Месть это плохое, понимаешь? Ну, украл денег, ну, что поделать. Просто как ты теперь с сыном дальше жить будешь, мне интересно. Что-то он стоит. Он, наверное, замешкался, он не знает, что делать. Что сказать сыну? Как теперь жить? Может, он суициднится? Я не знаю. Ну-ка, ты вообще живой? Ты живой, чувак, а? Ему плохо. А, он плачет. Ему плачет, я понял. Все, он плачет, блядь. Ну, сын-то у тебя живой, все нормально. Хотя сын куда-то пропал. Может, он убежал? А, он, наверное, убежал, я понял. Да, мне аж захотелось ему деньги обратно все вернуть. Да, ну все, хватит. Я сейчас сам расплачу, все, пока. Пока, все. Все, пока. Пока. Успокойся. Пока. А что теперь? Вот я просто отъехал. А, нет, он все равно помечен как точка. Он и будет помечен там теперь. Надолго наверняка. Блин.
Чувак, ну я должен был это сделать. Я что, зря тебя столько искал? Понимаешь? Я тоже плакал, старался, умирал. Ты не знаешь мою боль просто. Поэтому это... Все нормально. Все путем. Я могу тут лагерь, нет? Нет, не могу, походу. Мне надо это что-нибудь такое. Да. Что-нибудь еще такое. О. Нет, я разбить. Чё? Чё? О! Ты чё? Ты, это тебе... Это кто тебя подослал? Я не понял. Ух ты ж, сука. Нахуя себе. Нахуя себе. Я даже не смог среагировать, потому что это было неожиданно. На меня напал какой-то тигр и из двух укусов съел, блядь. Ну, шкур у меня не было на лошади, так что сосай. Так что сосай меня, мне похер. Умер так умер. Бабок не забрали, это главное. В какой-то степени я даже рад, что он меня убил, потому что я сейчас могу проверить, что там у этого челика творится все-таки. О боже. Ну-ка, просто интересно. А, окей. Его просто в доме нет. Возможно, они съехали. А может, нет. Как-то... О! Боже, опять ты! О! Папа, папа, иди сюда скорее! Спокойно, я тебя не трону. Только тронь его! Блять. Да все нормально. Разведите обстановку. Давайте сейчас будем вести себя спокойно. Спокойно убирайся из моего дома. Хорошо. Я тебя понял. Ну ты уже не плачешь, да? Все нормально. Не, ну лол, я не думал, что они здесь будут по итогу. А что ты хромаешь? А, он пьет, все, он спился, бля, окончательно. Мы сломали ему жизнь, что ограбили у него несчастный 50 баксов. Да какого дела, блядь? Да какого дела, сука? Да никакого. Никакого, блядь, все. Меня здесь нет, все, я в домике, понимаешь? Все. Я сейчас опять зайду. Как ты там, до какого демона? Боже, опять ты. Да, папа, иди сюда. А папа не придет, потому что папа там матерится. О, бля. Папа не дед. Папа. Не, папу я не буду убивать. Уйди. Все. Кто так что волнуется, мы там. Сломала, короче, ему логику, все. Бля, пиздец. О, корабль, кстати, недалеко. Корабль-то недалеко, можно было бы сохраниться, но... Не факт, что я доплыву. Бля, я не знаю. Я бы хотел попробовать. Я даже специально сохранился, вот. Блин. Можно попробовать. Чё бы и нет. Убьют меня, не убьют. Это чисто такой эксперимент. Мне интересно. По сути, я должен. Я должен успеть. Подвези меня вон до туда, а? Чувак. Слышь? Блядь, да стой. О, правильно. Вот это было правильно. Вот это было правильно, я отвечаю. Это было само то. А чё он уплывает? А лошадь тоже моя уплывает. Сука. И чё мне делать? Как плыть? Как тут работает вообще это все? А, можно плыть? Всё-таки можно? Окей. Можно. Я всё-таки, наверное, смогу добраться вот... Прям до лодки вот этой вот. Нихера. Куда попробуем? Вроде вперед даю.
Он плывет вообще? Ты плывешь? Нет, я не пойму. Или он чисто... А, он, наверное, чисто по течению ебашит. Он так, наверное, вообще ничего с ним не будет. Аниме. Бля. А почему? Нет, он вообще никак не реагирует. Я тут просто застрял. Я просто застрял. И буду плыть очень медленно. Пиздец, как это весело. Как это весело, мать вашу. Я ее даже развернуть толком не могу. Мне просто вот, если смотреть, я, по-моему, стою вообще на месте. И веслами ничего не могу сделать. Ничего, вообще. Я только могу управлять, блядь, на наклоном. И все. Ну а до того я уже по-любому не доплыву. Да. А на корабль не получилось, но может быть в дальнейшем, я надеюсь, я смогу туда попасть. А сейчас хочу я попасть туда. Господи, не убивай меня. Да, все нормально. Все нормально, чувак. Пожалуйста, меня и жена когда-нибудь будете. Не надо. Все, все, все. Я тебя освобождаю, понимаешь? Ой. Ой. Немножко... Ну, разрежь веревки. Да, все нормально. Немножечко неаккуратно тебя уронил, но... Ничего страшного. Главное, живой и здоровый. Я твой должник, если меня повесят, то хотя бы за то преступление, которое я на самом деле совершу. Все. Говорят, что владелец магазина «Островой рыбы» тихому борется могло в погребе под магазином. Тебе стоит его разузнать. Бля, он опять мне какое-то ограбление дал. И это так будет повторяться вечно. Ну понял, но... Это точно не сейчас, пацаны, пацаны. Я убил во благо... Во благо... Да, во благо... Во благо жизни! Он бы умер, а я его спас. Так что все, не надо, не надо, не надо грязи, не надо. Дайте мне просто доехать. Просто доехать. До сраной миссии. Сука. Я просто хочу доехать. Все, и не трогайте меня. Едем в розыске. Преступление, блядь. Сообщение. Сообщение. Нам уже немного осталось, да? Ну, да совсем немного, а то... Блядь, нет, нам еще много ехать. Я выехал, было, по-моему... Ну, день был, короче, точно. А сейчас уже ночь. Сука. Пиздец, сколько времени я туда еду. Охренеть. А вот и оленевые пики, которые мне тоже нужны. Я уже почти добрался туда, куда мне надо. Только не хватает на... Мне оленя... Вопите! Изи. Олень... А, волки, 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 волки. Какая зажигательная ударю, сука, это херово. У него шкура сейчас... А, нет? В принципе, не херово. Так, так, так. Я с волками уже воевал. Я знаю, как с ними надо. Ща, 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 ща. Найдем. Одного подстрелил. Это отлично. Просто хорошо. Просто замечательно. Стой, 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 стой. Вот тебе надо это освежевать. Вопите скалистых гор. Ты куда уходишь-то? Так.
сука, я тебя режу. Режь, 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 режь. Правда, стрела, блин, горящая была. Но это единственная стрела, которая у меня была. Я хотел стрелой убить. Сука, наверное, херовая будет. Ну-ка. И да. И да, 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 да. Кто бы мог подумать? Скажите. Это ты кто? Посыпай свою лужу, такова моя жизнь, моя гадская жизнь. Ты что там поешь-то, блядь? Ты кто такой? Поздороваться. Блядь, неплохо поете, не могу перестать. И виню во всем, мать, здравствуйте. Присоединяйтесь. Погреем сюда ему костерка, а? Вообще, я не за этим пришел, но... Очень мило с вашей стороны. Сесть. Ладно вам, дайте ногам отдохнуть, костер хорошо греет. Бля, с каким-то алкашом сели около костра. Ни капли не осталось. Ну, вообще у меня есть вроде. Такие грехи я на себе таскаю, вы не представляете. Но глоточек виски разрезал бы мне язык. Эй, бы вам кое-что выложил. Отдать виски? Да, у меня есть, братан. Давай, делись, что у тебя. Вот. О, скажешь, что... Ну чё, чё там расскажешь? Ограбление, банки, деньги? Дьявольское поле, вполне уместно. Скоро мы с дьяволом свидимся. И чё? Ты, у тебя язык развяжется, когда ты мне захочешь что-то рассказать, нет? Вы слышали про такое место Порт Рикс? Это к югу от Стротбери. Там индейцев держали в загоне, как скот. Я не знаю, что хуже глядеть на тех, кого мы убили. Или наблюдать, как другие умирают постепенно. Наплатили они хорошо, эти федералы. Только деньги у меня недолго не задержались. А вот то, что мне пришлось, это, да? Так и лежит на сердце грузом. Мне знакомо это чувство. Я тогда молодой еще был, но... Я до сих пор помню их лица, как будто это было вчера. Правда. Это все? Глаза мои старые сами закрываются. Что-то вдруг... Так спать захотелось! Еще стаканчик виски, скажет. И все. Артур такой, да, бля, брат, брат, как тебя жизнь помотала, бра, сука. Ну, ты поспи, братан. Я бы на самом деле, знаешь, брат, я бы с тобой тут поспал. Табурет. Яблоко. Переночевать я могу у этого костра? Интересно, нет? Мне интересно просто, на что бы утром было бы? Либо если я бы с ним бы набухался. Было бы забавно. А грабить? Не. Грабить не будем. Он нормальный мужик. Мы лучше, короче, возьмем. Ну, наверное, это не сработает. Блин, а так бы хотелось. Открытый пузырек с лекарством, женьшень. Жвачка, настойка, открытая настойка. Что-нибудь дополнительно вносит при употреблении. Ты будешь пинять, нет?
Вот он у вас максимум. Ну-ка, а еще. Просто интересно стало, а если я бы с ним бы набухался. Что бы было интересно, нет? Крепкая настойка. Мне же их надо херачить, да? Много херачить. Поди. Крепкая настойка, ну, я не знаю, еще может. Тоник. Жвачка. Тоник, зелье. Корень вариллианы. Ты пьянеешь от него вообще, нет? Ну, по-моему, пьянеет. Вроде пьянеет. Так бы рядом с ним лечь было бы прикольно. Но, походу... Походу нельзя. Я не знаю, что я пью. То ли я пью. Ну, вроде, мне кажется, не то крепкая настойка. Вот настойки, наверное, надо пить. Настойки, может... У меня в лагере их просто много. Ну, я непонятно. Что-то я вообще непонятно. Кокаиновая жвачка. По-моему, не пьянее вообще. Да, по-моему, не пьянее. Как ходил ровно, так и хожу. Сука. Бля, обломали, короче, мне кайф. Потратил пустые эликсиры. Но мне один хрен. А, я прям почти по адресу пришел. Один хрен, мне надо ждать утра, поэтому я буду ждать. Сидеть и ждать. Пока оно наступит. Но это... А... Нет, мне ждать не надо. Уже ждать не надо. Ну, чувак, это... Ты, конечно, это отдыхай тут. Он типа умер? А, он умер. Крестик появился. Хотя нет, он храпит. Просто почему крестик появился? Он храпит же. Я не понимаю. Вроде бы он храпит, а игра говорит, что он умер. Как-то нелогично получается. Странно. Братан, ты живой? Нет? Братан, а? Он живой? Он живой. Он храпит. Он просто храпит. Странно. Но я запомню это место. Я его запомню. Это находится вот где ривер. Вот прям рядышком. Я еще сюда вернусь. Ты отдыхай пока. Мне просто сейчас не до тебя. Как бы типа... Хотя я могу метку вот прям на тебя поставить. Потому что задание у меня это... Оно появилось само. Ну, я к тебе еще вернусь. Мы поболтаем о том, о сём. О сём, о том. А это что? А, это, наверное, плохая шкура, да? Плохая, да, это плохая. Это плохая шкура. Но, скорее всего, когда я выполню сейчас задание, его уже там не будет. Я почему-то так думаю. Если это оттуда, значит... Блять, я это выполнял же уже. Здравствуйте. Здравствуйте. О, здравствуйте. Как поживаете, сэр? А, это новое. Морган, мистер Морган. Простите, у меня нервы, у меня... Не такой уж и смелый авантюрист, каким себя считал. Это же рай на земле. Я чувствую себя словно... Да, мне знакомо это чувство. О, мне очень жаль. Такого пытаетесь сфотографировать? Опять жадных койотов? Нет. Волков. Волков? Вам что, правда жить надоело? Ох, надеюсь, нет. Я повесил мясо вон там. Думаю, они меня не заметят. Ветер же не в мою сторону. Ну да. Или на ваш примак придет самый глупый в мире волк. Ну, я... Пока побуду с вами. Если что, буду вас защищать. Вы настоящий джентльмен. Вы меня плохо знаете. Ну, для меня вы джентльмен. Обычно я куда хуже волков. Вы часто сталкиваетесь с волками, мистер Морган? Да, однако вас так и не сожрали. Нет, у нас точно пытались.
Однажды спас друга, которого они готовы были разорвать. Они не питают к людям большой любви. Я их не виню. Я тоже. Вон там. Кажется, там уже, пожалуй. Да, что я не вижу? А, вон он слева. Да, вон они, за деревьями. Нет, ничего не делать, я сделал несколько снимков. Ближе. Ближе. У меня дробовик и револьвер одной. Мы не достанем мяса. Хорошие мальчики, голодные мальчики. Еще ближе. Блять, они же меня увидеть могут. Отойдите, отойдите. Когда не должно быть людей, все решат, что... Да, ну как, вы так и есть, смотрите, прекрасные существа. Особенно, когда они пытаются царапать вам глаза. Ну же, замрите, мои красавцы. Тихо, тихо, тихо. Сфоткал? Безумного, вы их разозлили на помощь. Ага. Они не злые. Сделайте что-нибудь. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Живи, братан. Все нормально. Тут стая просто пришла. Понимаешь, да? Это все, кажется, мы отбили нападение волков. Нифиговое нападение, нас чуть не сцапали. Ну и чё? Все, моя бестолковая жизнь промелькнула у меня перед глазами. Да, иногда бывает очень агрессивно. Вот уж. Лизина собачья смерть. Ну, как говорится, случается на море, случается ли? Ну, наверное. Может, на море волком больше везет, они хорошо плавают. Ну, кто знает. Вы опять спасли меня, дурака, от верной смерти. Да уж, там. Я даже не представляю, как мне вас благодарить. Но знаете, я навеки в долгу перед вами. Еще бы. Я знаю, мистер Мерсон, знаю. Берегите себя. И вы тоже, сэр. Идили для дилетантов, бля. Ну, а мне халява. Нужен только один трофей, фотография. Пока пытался пришли вот таков. Что это войдет в историю, да? Ща. Освежуем. Посмотрим. Съездим сейчас к нашему алкашу, что он там вообще. Что-то долго он режет его. И херня. Само собой. Давай к следующему. У нас их тут много должно быть. Просто проверяй снаряжение. Мы коллекционируем шкуры, надеюсь, только в случае самообороны. Ага, это все нормально, не паникуй. Сейчас я их освежу и по-быстрому. Че, они валяться тут будут, что ли? Может, хоть одна будет нормальная. Хотя я вроде всем попадал. Не с того оружия, во-первых. Во-вторых, не в голову. И, наверное, все обломалось. Давай, давай, режь, режь, блядь. Режь, режь. Режь, сука, режь. Ох, плохая шкура. Да опять плохая, да что это такое? Что это такое, а? Ты съебался уже? Да? Подожди. А кусок мяса оставил? Съебался, кусок мяса оставил. Ну как так? А, нет, вот он. Вот он. Какое-то время буду работать над механизмом. Всем хорошего, сэр. Помогайте вам. Помогай вам, Бог. Ну что, думаете, фотография получится? Точно сказать не могу, но я на это надеюсь. Когда-то мне должно повезти, верно? Если так пойдет и дальше, то не уверен. Не волнуйтесь за меня. Молния дважды в одно и то же место не ударяет. И волки тоже. Ха-ха-ха, смешно, бля. Ха-ха-ха. А вот это мясо, что это за мясо? Я бы на самом деле... Так, я еще раз сохранюсь просто. Я еще раз хочу сохраниться вот сюда. Да. Я бы мясо просто у тебя забрал бы вот это. Че бы и нет. Ну-ка. Подстрелиться, нет? Не.
Не подстреливается почему-то. Хотя должно. Очень странно. Так, ну и короче, это у нас осталось одно задание. Одно задание, по крайней мере, больше. Я задание здесь не вижу. Хотя нет, еще есть у нас тут задание. У нас тут... Так, иди, там это мы сделали. У нас тут магазин Strokeberry, но это потом. Но именно из основных, я думаю, настало время переходить, возможно, в следующую главу. Но, опять же, перед этим я бы, наверное, все-таки бы в Тимберку бы залетел. Потому что в Тимберку должны были мне сделать деревья. Если они сейчас не сделают мне деревья, значит, все-таки это будет доступно только в следующей главе. И тут медведь грызли, который сейчас у меня, что он у меня будет делать? Он будет у меня, что делать сейчас? Сейчас мы знаем, что он у меня будет делать. Так у меня, давай, вот надрезные. Медведь. Давай, два... Все. Изи медведь. Гризли. А вот гризли, да, они побольше. Вот сразу видно. Он что-то тут, наверное, кого-то схавал. Блять, такой большой. Ну, еще шкура, наверное, плохая. 100%. Во-первых, была не с первого выстрела. Во-вторых, я не знал, с какого еще оружия. Что-то поторопился я с ним. Ну и... Да. Сука, поторопился немножечко. Ну, зато. Я получил коготь. Может пригодиться. Да, и я уже в этом месте был. Если кто не в курсе, записываю я сейчас все просто залпом. Играю, наверное, 4-й час без передышки. Если выпуски будут... заканчиваться немножко нестандартно, это значит, я просто не выключал игру, а играл залпом. Записываю, так скажем, с запасом, чтобы это не получалась такая херня, что у меня стабильно выходит выпуск раз в неделю и тому подобное. А так, сейчас много запишу и потом буду потихонечку вот так вот выкладывать. Нет, это не белка, думал, это белка. Буду потихоньку выкладывать, и у меня тут вопите, это хорошо. Карабин, винтовка. Скоростные. А ты это... Стоп. Подожди. Бро. Хотел узнать информейшн. Какую пулю тебе лучше убить? Сука, походу не узнаю. Походу... Вот так. И с одного выстрела снял, постарался. Логично было по-любому, что это именно надо делать с винтовки. Но учитывая, как часто тут мне падают плохие шкуры. Я почему-то думал, что это плохая. Сейчас узнаем. Это просто самый щепетильный момент. Это когда Артур разделывает кожу. Вырезает глаза. И ты надеешься, что это идеальная шкура. Но по правилам это всегда говно. Пиздец. На лесопилке, я напомню, мне должны были сделать деревья, доски там распилить, чтобы я отвез их парням, которые там делают свой дом. И что-то, по-моему, процесс придет. Ну-ка. Да, что-то строят. Уже это база своя, нифига. У него раньше не было крыши, у него тут что-то по-другому было. По-бомжатски. О, я так и знал, что мы еще встретимся. Наша работа впечатляет, а? Я так полагаю, вы хотите купить лесоматериалы? Наружу стоит загружен доверху фургон. Для вас? Для вас это будет $75. Дешевле нигде не найти. Ладно. Хер с тобой. Ладно, по рукам. Очень хорошо. Фургон стоит снаружи. До встречи. Там еще полно отличных деревьев.
Я хотя бы у тебя тут стащить что-нибудь, бригадир, но... Вообще, да, ну, я не буду. Надо хоть где-то быть хорошим парнем. Типа, ладно. Ладно. Все окей, поехали. А, бригадир, если бы такая попросил вас добыть древесины для строительства дома, вы получили награду или доставите эту повозку на лесную площадку. А, ну, сейчас доставим. Только, блин, непонятно, как тут ехать надо. Это вообще давнишний квест. Я его, по-моему, на выпуске так третьем. Может, четвертом. Ну, что-то такое я его брал. Потом что-то подзабыл. И вот сейчас все-таки это... Блять, наконец-то добрался. Давай. Нифига, следы какие мощные. Чуваки, это... Ну подождите, тут проваливает. Да подождите, тут пробки. Отойди, я знаю. Немножечко это... Повозка, не умею управлять просто. Это... Сложно. Да сложно делается. Лошадь. Лошади две плюс. Она массивная, четырехколесная. Так, хорошо, хорошо. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Да. Вот она, парни, я приехал. Заждались? Я тоже. Все, дельта выгорела. Я продал дом-ферму, который перебирается сюда с юга. Работенка, конечно, была нелегкая, но, пожалуй, я буду скучать по этому месту. Че? Ну, выглядит не так уж и плохо, рад, что у вас все получилось. Да, ну мне пора. Всего хорошего. Блять, он сказал продавать будет? Ну берегите себя. С моим-то везением посмотрим. Бля, я что зря это делал? Они продали дом. А, видимо, я слишком поздно это сделал. Артур такой расстроенный. Бля. Как-то все трагично сложилось. Сука, я прям расстроился. Сука, закрыто еще. Типа там новые хозяева. Они продали, дело выгорело. А когда я должен был это делать? Я надеюсь, дело с фотографиями у меня не выгорело. Я его делал максимально быстро, как только это можно было. Пиздец. Отец, блядь. Отец. Отец, блин. Херово получилось. Я не хотел. Ах ты ж, сука. Все-таки я тебя поймал, блядь, пока бежал через эту жопу. Хотя, я не знаю, я того поймал, не того. Того, не того, блядь. Пишет, что это заяц. Он говорит, что ему нужен кролик. Но по сути, заяц и кролик это практически одно и то же. Только кролики не домашние. А зайцы дикие. И хрен поймешь. Блин, ну мне тут вот прям вот чуть-чуть. Вот чуть-чуть. Ему нужна шкура, сейчас я приду с этой шкурой, блядь. Я не только со шкуры приду, я прям с целым кроликом приду просто. Скажу, вот он тебе, вот он. Подавись им. Выполнена просьба персонажа из лаги отображается как для... Но важно, подойдите к этому персонажу, завершить выполненную просьбу. По сути, у меня уже есть шкуры. Уже есть. Но... Блять, мало ли, сука. Взять, да. Не могу я здесь подняться. Первый раз так получается, что я сюда иду без лошади. Это трэш какой-то. Журнал, блядь, обновлен. Да понял я, понял. Давай. Вот он я, Артур Морган, собственно говоря. Где ты, блядь? Вон он ходит, сука. Остановись, дебил. Морган, к растению идет. Может, смоешь кровь? Блять, почему?
Почему он нужен бегущий? Блядь, да ты подожди ты. Подожди. Подожди меня. Отдать. Стой. Пирсон. Отдать. Приветствую, Артур. Отдать. Отдал? Все? Вот и он. А, все? Типа, предметы со мной гири всегда будут находиться в доме, если ты будешь находить, то у широтных можно сдать на прилавок Пирсона. Ну, я подожди, я тебе отдал. А, теперь Хейзи, окей. Эй, Артур. Эй. Ну, на нас Блэк Уотер, там всюду Пинкертоны. Значит, нам туда и не надо. Жаль, по крайней мере, пока нет. Отдать, отдать. О. Тебе же нравится, тогда вот что нашел. Да нравится, но это я не читал. Спасибо, Артур. А, журнал на данную. Запрос предмета. Четко. Гайзе нравится детективные романы. Да, еще одну книгу? Че ты серьезно, блядь, тебе еще одну книгу надо? Ты че, дебил, что ли? Спешивать, блядь. Еще одну книгу. Ты дебил, Хэйзик. А тебе это с трудом нашел. Сука, пришлось к гайдам прибегать, а ты... Еще плохая шкура. Найс. Тупо найс. Так, а это что? Подобрать закон для лошадей? А, вернуть теннисистка? Даже так? Закон для лошадей? А это что, вернуть теннисистка? Еще одну, типа, у меня же две их, по-моему. Нет, это одна. Окей. А, нет, вторая, вот. Для второй. А, нет, нет, нет. Окей. Только одна. Ну, хорошо. Ладно, что это такое? Ведро? А, это все работы в лагере, боже. Подлейте воды в мойку. В какую мойку? Воды я еще не лил. Где мойка? Тихо, ты что? Ты чуть воду не разлил, дебил. Привет, Артур. Как дела? Нормально. Все хорошо. Все замечательно. Миша Гришма? Да, мистер Морган, да. Куда полить? Вылить. И куда? А, сюда? Немножко мимо, но... Понятно. Пойдет. И ведро оставил. Красота. Ой, красота. У меня тут это... Здравствуй, Артур. Здравствуй, настойка не нужна. Не нужна. Джин тоже не нужен. Вот это все не надо мне. Уже голодный, мистер Морган. Ну, кто? Люди сейчас не покормили. А с каких пор это стало моей обязанностью? Другие выполняют свою работу. Слушайте, ну хватит уже, а. Сука, что ты там на меня наезжаешь, а? Что у тебя это? Создать улучшение. Что это все красное опять? Сумка, нет. Нет, у меня, по сути, ничего не должно было нового появиться. Не. Наивно рассчитывать. Просто интересно, они это засчитали мою шкуру в аппете, которую... Нет, они, по-моему, что-то не засчитали. Оленю засчитали, потому что я успела дать. А, больше нет. А, нет, я не пожертвовал, подожди, я же не пожертвовал. Плохая. Да, все-таки нет. Нету, медвежий конг, у тебя вообще конг, тебе не нужен... Общак. Ну, это тоже, по-моему, плохая кроличья. Кроличья. Ну, херня, короче, херня. Ну, змея. Змея на коже в плохом состоянии. Хорошие андатры. Все это ему не подходит, видите ли. Мы капризные. Все в общак. Хочет перо грифа. Ну, ладно. Хрен с тобой. Сука, ну, все вроде. Все вроде бы, все. Good job, мистер Морган, да. Нет, в покер не хочу. Не хочу, что-то я в покер. Значит, перейдем обратно к нам.
Уж извините, я хотел, чтобы его вздернули. По-моему, он смешной. Хорошо постреляли, Артур, как верный друг. А, они все про этого пацана говорят. Вы в порядке? Взять миску. Давай съедим. Давай съедим, так уж и быть. Сейчас. Давай, налаживай, налаживай. И ешь, и ешь. И ешь, и ешь, и ешь, и ешь. Есть. 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 Да, доел. Нормально. Самое место. Чарльз, пойти охотиться. К чему ты готовишься? Самый дорогой подарок? Дилижанс без охраны? Нет пустоголового дуба оленя. Бизон? 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 Он даст тебе все, что угодно. Кажется, на равных они еще остались. Я видел пару где-то вдали. Удачи. А ты скажешь, ты идешь со мной. Да. Я покажу, как он на них охотится. Почему бы и нет? Ну ладно, почему бы и нет. Сиди седло и поехали. Давай, так, где моя лошадочка? Вот она. Поехали. Мать рассказывала мне, как задолго до моего рождения ее племя кочевало с бизонами. Они жили как одно целое. Куда шли бизоны, туда шел мой народ. Они были центром жизни. Без них мы бы погибли. Они давали нам все: еду, одежду, кровь, инструменты. Все относились к большим уважением. По детству я мало что помню, но мой народ, кажется, в основном шел туда, где есть виски. Но про моего отца тоже можно это сказать. Попробуем свернуть налево. Да попробуем, что, давай от первого даже поездим. Поездим, поездим, посмотрим. Оу, вон там видишь их, они невероятно, правда? Incredible. Нужно бить всего одного. Я буду держать их в кольце, а ты попробуй свалить одного. Хорошо, быстро и без мучений. Хорошо. Убейте безумно. Так, это у меня... У меня... Нет, это не то. У меня что-то было прям то. Вот это может. Нет, это тоже не то. О, бля, это будет тяжко так-то. Нет, это то, вот это то. О, вот давай одного. Одного, только не от первого, не от первого. От первого сложно. О. Давай. Бизончик. А, бля, сука, кончилось, все кончилось. Но я могу, в принципе, на похере его... Вот так вот расстрелять, все. О, нифига, да ты крепкий мужик-то. О, сука. О, тварь. Все. Все, еще одного, еще, давай, еще. 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 Все, весь магазин потратил. Прикати-ка, у нас все, что нужно. Ну ладно. Скучно ты, отлично. Скучно ты. Вот так. Теперь освежу и раздели рога. Тоже пригодятся. Все пойдет в дело. Офигеть, бизонов я еще не освежевывал. Большая скотина. Бля, это больше, чем гризли. Тут, наверное, самый большой пока что гризли я видел. Пиздец. Хронец. Ну, плохая, да? Конечно же, плохая. Отлично, положи это на уши, садись в седло. Я хочу кое-что проверить. Покажите шкуру бизона на уши лошади. Все, поехали. Бля, я их даже не изучил, как-то все это в торопях было. Куда мы едем? Мне кажется, что я заметил там падальщиков. Хочу узнать, насколько, на что они слетелись. Где-то там падальщиков увидят.
у меня только одни... слабенькая, кстати, винтовочка такая. Лучше, мне кажется, с этой. Как-то она стреляет очень тихо. Это вообще... достойный дробовик, нет. Помповый дробовник, дробовник, лук. А винтовку вот Спрингфилда лучше. Лучше винтовочка пусть, чё? Ооо! Нет, смотри, бизоны, похоже на что-то пострелил их и оставил умирать. Нифига. Зачем так поступать? Я не знаю, но я заметил следы. Давай посмотрим, куда они ведут. Мертвый бизон. Ладно, показывай путь. Бля, жестко. Да, верно, его застрелили. Пиздец, садитесь на лошадь. Жестко, жестко, жестко. И чё? Он мертв. Уже по меньшей мере пару дней. Типа вы следы найдете? Или чё? Или как мы будем действовать? Ну-ка. Может, это дикие звери? Нет, их застрелили. Я просто не понимаю, зачем их выбросили там гнить. О, кролик. Он уже мне не нужен. Или хотя нужен? Нет, не нужен. Уже далеко. Смотри, еще один мертвый бизон. Но там на холме справа. Поехали. Как ты их видишь? А, вот он, да. Он только что упал, что ли? Пострелили, бросили мять. Но этот погиб не так давно. Вон там лагерь, хочу на него взглянуть. Смотрите, брошенный привал. Блядь. Только зря испортили мясо. О, ну и? Жевательный табак, чё, жевательный табак был? Посмотрите, подожди, жевательный табак, во. Забрать. Он нам нужен. Нашел что-нибудь, Артур? Да не сказать, самогоны, только жевательные табаки и, по-моему, еще что-то. Лагерный костер, смотрите, это. А, бедолага, садитесь на лошадь. Отлично, посмотрели. Так это, нет, это не каточка, это просто консерв. Я уже обрадовался. Ну ладно. Поехали дальше. Угли еще не остыли. Может, полдня прошло, как они уехали. Бизон погиб где-то в это же время. И что ты собираешься делать? Они могут быть где-то еще рядом. Надо подняться повыше. Вдруг что-нибудь заметим. Ты ко мне идешь? Да, он ко мне идет. Следующий за Чарльзом. Блять, он не ко мне едет. Это... сука. Но... ну, сюда, так мы сможем осмотреться. Ну давай, осмотрим. Найдем эти мародеров, твари. Так, видишь что-нибудь? Костер вижу, он там далеко. Я вижу дым на востоке, да. Может, еще один лагерь, лучше взглянуть. Да? Нифига, я уже мыслю как Артур. Я такой думаю, ну вижу дым, он такой, о, точно, да. Тут я вижу много лошадей диких. Ублюдки, не убивают ради забавы. Думаешь, мы можем их осудить? Я убиваю не ради забавы, я убиваю из-за необходимости. Твари, а. Птицы еще летают. Позвать? Че? Кого позвать? А, это лошадь. Вот еще один мертвый бизон, наверное, снова они. Да чтоб тебя. Постой. Блять. Дебил, сука. Я же сказал, постой. А, уже остановились. Окей. Да это, может, и не они. Это было бы, наверное, слишком просто, да? Это вообще один какой-то мужик. Эй, вы, дураки, пострелили тех бизонов. В чем дело? Я сказал, это вы, дураки, пострелили тех бизонов. Успокойся, ублюдок, чёрный. Ты там и так... ты или краснокожий, чё? Это вы их застрелили? Да, мы застрелили их, и вас застрелим, если не уйдете. А какое дело, что это мы? Это мое дело. Да ты спятил. Слушай, у меня семья, не стреляй. Shoot me. Вот эти чаши, сейчас он все расскажет. Допросить. Эй, ты сука, какой черт ты творишь? Ударить. Почему ты убиваешь бизонов и оставляешь их гнить? Не понимаю, о чем ты.
Ну, сейчас поймешь. Говори или сдохнешь. Нам платят за то, что мы убили как можно больше. Чтобы все подумали, что это индейцы. Нет, пожалуйста, не убивай меня, умоляю. Ладно, отпущу тебя, сука. Ладно, топай, давай. Только не стреляйте, мистер, у меня семья. Да. Тогда беги отсюда, сука. Зачем ты это сделал? Пусть живет. Может, пойдет и расскажет своим дружкам, что происходит с браконьерами. И правильно. С меня довольно, я возвращаюсь назад. Ладно, я посмотрю, есть ли у них что-нибудь ценное в лагере. Увидимся. Для говна шляпа. Окрафьте лагерь браконьеров, сука. Говно шляпа, мне нравится мне твоя шляпа вообще. Зря я поднял. Что у вас есть-то? Показывайте. Не знакомиться, грабить. Может, наводка какая-нибудь будет? Так, взять патроны, экспресс патроны, винтовка, блин. Экспресс патроны. Оружие на масло, кстати, сейчас вообще нужная вещь, потому что что-то оружие стало очень-очень часто портится. Вот. Ну, блядь, тоже говно шляпа, сука. И тоже говно. Ну ладно, откроем сейф. Ну, записка. Отравленный нож. Типа, отравленный нож. Подожди, документ. А, типа рецепт или чё? Вы узнали инструкцию из гранального метательного отравленного ножа. А, если схватки с диким зверем охотник начинает быстро держать вверх, то можете стать добычей бурса. Нож зверя способен вас спасти, однако вы можете лишить хорошего ножа, если раненый зверь унесет его с собой. Инструкция поможет вам за несколько секунд прикончить животное. А, возьмите метательный нож, осторожно найдите его арендатором дальнего клинка. Вы не найти... Если вы не можете найти воду несколько дней подряд, не пейте алкоголь, соленую воду, мочу или кровь. Это может довести вас до безумия. А, окей. Понял, спасибо. Все походу. Или нет? Банка. Че? Японское зелье? Не надо. Не надо. У вас максимальное количество данных предметов. Так, и тут кусок хлеба. И все. Больше у меня нет места. Нет места. Ну, тогда мы что мы? Чего мы будем делать? Все, все посмотрели. Все обыскали. Знакомиться, это у него сумка. Сумку нельзя обыскать. Ну ладно. Значит, у нас осталось? У нас остался еще один квест. Он остался прям в самом лагере. Больше квестов пока что нет, но они по-любому появятся. 100%. Поэтому давайте вернемся как можно быстрее в лагерь. Так, а вот я и, блядь, ты куда разворачиваешься, дура? Я еду прям в лагерь. Вот я почти, собственно, и дома. Вот дома, блядь, наконец-то. Да. Общак лагерь, 20 баксов. А чего так мало? Хейзи оставил награду? Где ты оставил награду, не понял. Где ты оставил награду? У меня, что ли? Как дела, джентльмены? Ну, хорошо, помимо Гришма, у вас? Отлично, сэр, просто отлично. Я думаю, что все эти страны по городам и отчаянные погони идут вам на пользу. А где? О, музыка! Не болтайте глупости, тут романтика. О, не-не-не, я бы... И на 5 лет моложе, я бы на 1000 долларов богаче. Я бы женился на вас, сделал бы вас совершенно непорядочной женщиной. Это был бы лучший поступок в моей жизни. Вы замечательная женщина. Это ваши кислые укусы, а язык желчный зол, но я это знаю. Это шипы, какие бывают у розы. А вы медоточивый льстец, точно вам говорю. О, я и говорю правду, мэм. Мне пора возвращаться к работе. Ох, в этой женщине что-то есть, что-то кисло-сладкое. Бля. Чё мне Хейзи оставил, интересно? Я чуть не понял, чё ты мне оставил?
было написано? Так быстро было написано, что я даже не понял. Ну, благодарность что-то он мне оставил, по-моему. Наверное. Вот, может, на столе. Вот это, наверное. Заметка. Приманка для хищников. Цветок. Типа, серьезно? Он мне оставил цветок? Мне кажется, не цветок, а вот это что такое? Приманка? Серьезно, это подарок от Хейзи? Ну, спасибо, типа. Добрый вечер, Артур. Добрый, добрый, но только это. Давайте я по-быстрому все-таки это вот решу, вот это задание. Какое-то вот тут у меня есть, и на этом закончу уже. Эй, Артур, да. Чего тебе? Дядюшка заикнулся про поезд. Что он сказал? Мэри Бет слышала что-то с богатенькими, да, который пройдет через Скарлетт и чуть южнее границы штата. Ага. И тебе нужна помощь? Я даже не уверен, стоит ли браться за это дело. Да ладно. Ночное время суток охранников мало. Идеально. Я все еще не продумал. Знаешь, остановить поезд — та еще задачка. Да, но что, если мы смогли бы как-нибудь заставить их остановиться? Ну, разумеется. Берем повозку, нагружаем ее чем-нибудь горючим, керосином, и ставим поперек путей. Когда они ее увидят, они обязательно будут останавливаться, иначе смерть. И один машинист захочет сгореть заживо. Это действительно хорошая идея для тебя. Это действительно хорошая идея. По-моему, у тебя первый в жизни появилась хорошая идея. Заткнись. Наверное, первый человек, у которого волк сожрал по мозгу, который этого сделал только умнее. Так что будем делать, но нам понадобятся патроны, оружие, которое у меня есть. Еще нам нужен динамит, чтобы вскрыть дверь. Я раздобуду припасы. Все равно тебя я бегал посылать в город. Даже не спрашивай. А ты разыщи керосиновую цистерну. Да, я как раз знаю. Они регулярно есть на тот завод. Но по ту сторону границы, к северу от Дьюберик, еще обещала Хибара. Спрячь цистерну где-нибудь рядом с ней. Гудбай. Хе-хе-хе. Ничего, бля. Повозки, которые Джон может угнать, как... Добрый вечер, Артур. Не-не-не-не-не, это слишком... Слишком-слишком, это я сейчас делать, короче, не хочу. Я и так отыграл уже около 4 часов. На записи это, конечно, будет все побыстрее, я надеюсь. И я взял зачем-то пустую бутылку. Ну ладно, на этом тогда мы закончим данной серии. Их будет несколько. Надеюсь, вам понравилось. И если это так, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Также оставляйте свои комментарии по поводу этих вот выпусков. Ну а мы с вами увидимся тогда в следующих сериях. Тут что-то Библия пастора. А что она тут делает? Что она тут делает? А. Это, окей, какая-то она расплывчатая, очень страшная. Ладно, всем до встречи, всем пока. Even Arthur.